Всем добрый вечер. Добрый. Друзья наши, мы сегодня собрались не просто собрались, а по поводу и по случаю. Вот справа от меня сидит человек, которому месяц назад исполнилась круглая дата. Давайте мы дружно поаплодируем, похлопаем ему. Это наше все, как говорит Владимир Мазанович, говорит, Сережа Клюбанский, это наше все. Еще он много сегодня слов расскажет. Мы поздравляем нашего замечательного друга, прекрасного музыканта. И, в общем-то, в принципе, не то, чтобы мы сегодня всю кассу тебе... Можно тебе дать? Вот. Желаем хорошего, прекрасного расположения духа, крепкого здоровья. Ну, в общем-то, играть с нами почаще. Поэтому наш концерт посвящается сегодня Сереже. Сегодня какой день? Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Вот, потому что обычно понедельник и вторник – это такие дни, которые выделяются для просмотра фильмов. Вот. Но вы знаете, да, как говорит Володя, у нас лечебная музыка. И мы надеемся, что после нашего концерта вы выйдете немножко в измененном состоянии. По-другому будете смотреть на наш удивительный и такой непостоянный мир. А сейчас мы начинаем наш концерт. Я тут недавно летал в Мурманск, заполярный круг. Первый раз летал, чего говорить. В самолете булочку ржаную ел. Больше ничего не давали. Лететь долго, а как подлетать стали, глянул в иллюминатор-то. Боже мой! Земля, как каравай ржаной, коричневая и мукой присыпана, ни одного деревца нет. Коричневая да бурая, куда лечу, зачем? Однако приземлился, березку увидел, вторую, маленький, искривленный, будто танцуют чего-то. Эх, думаю, вернусь обратно. Чем ребят-то угостить, побаловать? Ну, конечно, рыбкою, конечно. Баренцево море, польская губа. А что взять? Ну, крабов. Хороших крабов в забортной воде сваренных. И палтусов, ну, сырокопченого. Привез в Москву, положил в холодильник, да и забыл про них. А время прошло, вытащил, запашок. Вот только кошка орет, ей крабов искорми. Обидно как. Thank you.
Что делать? Дарить-то надо что-то. Пошел на базар, купил тыквы. Много тыквы. Уж долго не из нее, точно. Вкусная, хорошая наша. И подарил тыкву Сереже на день рождения. Текст читает заслуженный артист России Владимир Сажин.
Сначала пьеса именинника, младенца. Она называлась «Лучше делать, чем не делать». До этого прозвучала пьеса для Рождества. А сейчас опять же мы вернемся к творчеству Сергея Клебянского. Он известен не только как исполнитель достаточно экзотических инструментов, но также как и незаурядный композитор. Его гармонический язык, конечно, прошел такую трансформацию от простовых дворовых песен до творчества мессиана. И вот сегодня композиция одна, которая, в общем-то, характеризует его с точки зрения такого, я бы сказал, импрессионизма. Хотя музыка, она вся есть импрессионизм. Но Сережа находит некоторые оттенки, которые вызывают отрыбь даже у меня. Вальс так и называется. Танец уставших родителей. (Звы)
Thank you.
Называется «У камина». Ну, а что может быть у камина? Два сценария. Или спокойное созерцание огня, лелеяние своих мечт и зализывая какие-то душевные раны. Или наоборот, возле камина можно сидеть с приятной сердцу подругою и незаметно подкрадываться все ближе, обосновывая тем, что дрова, дескать, сырые и тепла маловато. О чем эта пьеса, судить вам? У камина. Мягкая, брутальная зарисовка из жизни отдыхающих. Thank you.
Коллеги сели на мою мускулистую шею и требуют, чтобы я давал комментарии каждой пьесе и выводил вас из, гипнотического состояния, возвращал к реальности. Мне это не хочется делать, но, как говорится, не хотела курица идти, да за крыло было чат. Вот я тоже объявляю следующую пьесу. Она, конечно же, как вы уже успели догадаться, с этническим подтекстом. Потому что сегодня мы празднуем большой очень день. Ровно месяц назад родился известный русский дипломат Витте. Но никакого отношения к фольклору эта информация не имеет. А вот Сережа, свободное от работы время, как известно, работы у него нет, поэтому времени полно, занимается изысканиями. Он ищет фольклорные какие-то корешки, травы. Вот большой ценитель хорового пения. Вот. И, конечно же, его интересует всегда история, что было вот в этой местности, вот, кто раньше там пел, кто там творил. Он всегда очень пытлив, он спрашивает, как правило, вот у полицейских, у гаишников, что было раньше. Вы стоите, вы знаете, на чьих костях покоятся ваши мощные 46-размерные сапоги. Вот. Ну и вот видите, сейчас он пока без машины. А на самом деле все очень просто. Все объясняется тем, что эта пытливость, юношеская пытливость, она, конечно, увенчалась успехом, правда, один раз. И то с помощью Антоши Горбунова, который решил любезно вот посвятить Сергею пьесу и обещал ему, что он ее напишет, обязательно будем исполнять ее. Но обещание свое не сдержал. А вот другая пьеса, она как раз более-менее фольклорная. Я надеюсь, что Сережа успокоится, с удовольствием ее сыграет, споет, спляшет, вот, и все будут довольны. Рекомендую после этой пьесы не расходиться, побудьте немножко в этом пространстве, побудьте, подышите, закройте глаза. Ну, конечно, так, ощущайте, где кошелек, что... Вот. Потому что после этой пьесы мы идем на заслуженный отдых. Вот, и кто знает, когда начнем.
Всего хорошего. Thank you.
Клиренский, Антон Горбунов. И Владимир Александрович Глоухов, наш мастер разговорного жанра. Владимир Глоухов, пожалуйста. Посвящение нашему другу Сергею Клиренскому. Первый сет мы закончили. Не расходитесь далеко. У нас есть пластиночки Сережины. Вот, и поэтому вы можете по случаю приобрести их. Спасибо за внимание.
пьеса называлась «Родник», и, вероятно, эта энергия, которая бьет из-под земли, из неведомых глубин, очень символична. В каждом из нас живет родник живительной энергии детства, воспоминания о том, когда мы не задумывались, как мы выглядим, что мы делаем, куда писаем и так далее. А следующая пьеса тоже связана с водой. Называется «Нагорная река». На этот раз это полотнище принадлежит Перу. Перу принадлежит это итальянский, видите, как стало говорить. Хотя костюм, конечно, не соответствует. Так вот, Перу. Меня поправляет уже. Молодец, Антон. Да, так вот, значит, я никак не могу выговорить. Антон Горбунов написал следующую пьесу, называется «Горная река», и посвящается его, конечно, тоже детству в Дербенте, в горных аулах. Об этом он расскажет попозже.
Я хочу напомнить о том, что сегодня повод для нашей встречи – это день рождения Сержа Клевенского. Да. И только что прозвучала колыбельная Антона Горбунова, очень нежная, проникновенная пьеса. А следующая, вот он назвал ее по-английски. Я уже, наверное, часто об этом говорю, но меня Антоша поправляет, называется Good Test. Даже, по-моему, сейчас можно купить в супермаркете где-то на кассах. По-моему, это хороший анализ. А он говорит, что это вот что-то другое, во всяком случае, поправляет меня. Ну вот день рождения, хорошие анализы, видите, здоровье, это, в общем-то, все так у нас перемежается. Вот, физкультурная тематика. Вы же знаете, что Сережа любит большой спорт, вернее, уходить оттуда время от времени. Да. И вот эта жизнерадостная пьеса посвящается всем тем, у кого действительно, я надеюсь, вполне хорошие да, физические данные. Thank you.
300 за капитальный ремонт надо платить. Ну, платить так платить, что делать? Это же дело важное, государственное. Пошел в сберкассу, сколько нужно положил под стекло. Возвращаюсь. Дом у меня старый, 32-го года. Кирпичи выглядывают. Это, знаете, еще те каменщики клали, что по царским ГОСТам и законам делали. Свое ремесло хорошо, крепко знали. Однако ж время приходит, краска облезла. Возвращаюсь. С пятого этажа на веревках висят голубчики. Своими совочками тяпают. Шпаклевку или шпатлевку, бог их знает, что размазывают. Красота раскачивается в разные стороны. Озорно между собой говорят, душа радуется. Дом как новый становится. Ну, кому из прохожих на лысину капнут, ничего. Дело капитальное, отмоется. Тут бабушка идет с ребенком, с внучонком. Внучок голову поднял, завороженно глядит. Говорит, бабушка, а что это? Thank you.
Дорогие друзья, наш концерт, безусловно, продолжается, но вектор движения неукоснительно стремится к полночи. И хотя до старта полночи еще достаточно много времени, тем не менее, мы потихонечку будем заканчивать. Вы пока можете идти в гардероб за шубами, у кого есть бинокль или слуховые аппараты, можете без очереди это сделать. Вот. А те, кто предан музыке до конца, до победного глотка холодного чая, ну, в таком случае мы продолжим вместе с вами заключительную пьесу. Она посвящается нашему другу, безвременно покинувшему нас, этому Владику Окулю. Вот. И я прошу вас о помощи, давайте вместе с вами похлопаем ритмично. Как это будет выглядеть? Идите со мной, пожалуйста. Наш художественный голос с
свист и вообще совесть эпохи. Владимир Александрович Голоухов!